знаешь, если бы я был режиссером рекламного ролика, то я бы снимал в каком-то таком интерьере, ты знаешь, старинный замок такой. Дело в том, что тогда и герои должны быть тоже таинственными и загадочными. Ну, ты, конечно. Но в таком ролике обязательно, знаешь, нужен, обязательно креатив нужен. Креатив. А, кстати, креатив. Знаешь, у меня есть ребята знакомые. У них там и агентство креативное, и замок старый, и персонажи такие соответствующие. В общем, обращайся на Хитр. Дамы и господа, пройдемте дальше. Сейчас мы находимся в одном из самых загадочных залов нашего замка. Здесь вы можете видеть великого и устрашающего графа Дракулу и его свиту. Бытует мнение, что раз в тысячу лет граф просыпается и творит свои темные делишки. Но это всего лишь легенда. Пройдемте дальше. Фу! Ну и страшные существа. И позабавился уже скульптор, создавая их. А вот вампирчик даже ничего. Симпатичный. Длинноват, правда, но сойдет. Хотя нет, никакого вкуса. Только в черном ходит. Скучно, да и злое. Девушка, девушка, здесь нельзя ходить без присмотра. Пойдемте за мной. И не трогайте ничего руками. Девушка! Что я люблю черный. У них фирма очень-очень идет. Стилисты. Черт вас всех подери. И вообще. Почему если зло, это обязательно в черном? Добренькие-то вон все. В белом поприходили. А зло все равно получилось зеленое. Зеленое. И вообще. Кто меня Дракулой назвал? Я Дракула. Хохол. С Украины. Даже поговорка про меня есть. Шанызы, так понадкусаю. Да, кстати, упырек, что глазки вылупило? Кушать неси, проголодался я. Да-да, конечно, сэр, сейчас. Так, лоботрясы, а ну немедленно завтрак хозяину. И что это? То есть теперь я должен подойти, укусить его и сказать: «Ммм, вкусно, как кормит солигорский шахтер!» Хрен! Хрен я лучше съем с чесноком! Принесите мне что-нибудь нормальное, наконец! Само! Само! Да что само?
Опа, обстановочка изменилась. Эх, все равно симпатяшка, был бы живой. Я с ним даже, летала. Сегодня в Минске, завтра в Париже. Хотя нет, он же злой. А может, он был злой, потому что его никто не любил? Я б его любила, лелеяла, кушать бы готовила моя мама. Он бы никого не кусал. Что ж, видно, не судьба, вампирчик. Пока! Тихо! Очнитесь! Тихо! Что за прекрасная леди это была? Это была ваша еда, Сир! Что-то у меня аппетит пропал. Так естественно, столько лет, а витаминоз? Да какой витаминоз? Понимаешь, у меня чувство. Поняла, отвращение. Да нет, понимаешь, вот человеческое, то, что вот тут, в сердце. Инфаркт. Да какой инфаркт? На «Л» начинается лень. И я уже думала, любовь. Точно. У меня любовь. Решено! Я должен увидеть ее еще раз! Я ждала. Ты здесь!
могу ошибаться, но, исходя из моих знаний, у вас ничего не получится. Это с чего это вдруг? Ну, как? Посудите сами. Выйдя на улицу, глянув на село... Не смешно, да? Так вот, вы будете испепелены первым же лучиком солнца. Вы бы еще в солярий сходили. Да как смеешь ты, жалкий... Стой! Я сам разберусь без тебя. Да как смеешь ты, жалкий человечишка, указывать мне, великому графу Дракуле, что делать? Ты что думаешь, у меня за 1000 лет мозг высох? Да? Что? Что ты сказала? Замри. Конечно. Конечно, я не могу перечить великому графу Дракуле. Дракуле! Ну, хорошо, хорошо, Дракуле. Ну, посудите сами, вы хотите покинуть дворец в светлое время суток. А для этого вам необходимо быть человеком. Ну, а для того, чтобы вам стать кем? Человеком, вам необходимо передать свою силу, все очень просто, человеку. Человеку. И где я тебе сейчас человека возьму? А как где? А я по-вашему кто? Посмотрите, человечище просто, ого-го! Хорошо, я передам свою силу тебе. Я готов. Нет! Человек! Как это все? А как же вот эти вот... Точно! Забыл про чемоданчик! Суицидальный! Здесь орешки с чесноком, кока-кола на освещенной воде, карандашики осиновые. В общем, сам разберешься. А я пошел. Удачи мне! Удачи, удачи! Сообщить, что сегодня на одного сотрудника станет меньше. Значит так, это ты написал «Бест народный сотовый оператор». Я. Понимаешь, ты должен был привлечь людей, а не рассмешить. Приготовиться? Буба! Ну, что у вас? А я тут по-быстренькому слоган для фестиваля набросал. Ну, давайте вот послушаем. Много нас на фестивале, не поместятся все в зале. Где достать себе билет? Распечатай! Вот ответ! Вспомни, студент, так делать нельзя! Ах, эти 7 весенних нот! Вот это круто, рыжий жжет! Здравствуйте! Здравствуйте! Это креативное агентство? Да, это так! Странно, что у вас ход через свалку. А это наша новая креативная фишка. Актуально, концептуально, харизматично и непроблематично. Заценили? Уу! Нет, ну конечно неплохо. Но у вас вообще опыт работы какой-нибудь имеется? Конечно. Мы работаем с такими известными компаниями, как БелАЗ, БелНефтехим, БелАгропромбанк, БелЯж. Стоп! Какой БелЯж? Как? Вы не видели нашу рекламу БелЯша? Нет. Покажем? Покажем! 3, 4! Где бы ты ни был, куда бы ты ни шел, на работе в универе ты БелЯш нашел. На рынке у бабали, в ресторане на полу, этот вкус знакомый у тебя во рту. БелЯш! Конечно, неплохо, но понимаете, я к вам по такому личному вопросу, мне понравилась одна девушка. О, девушки, это наш конек, вы когда-нибудь были в Рио-де-Жанейро? Ах, увы, не приходилось. Да, то, что надо. De esos tiempos, con la cerveza al litro, mirando la puesta del sol, el escritor en una mesa, colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Verba, vamos nada, verba, verba.
Не волнуйтесь, мы сейчас что-нибудь придумаем. О, давайте споем ей серенаду. Это всегда помогает. Серенада так серенада. Пойдем. Высоты полета хватит, чтоб разбиться, не восстановиться, в глазах искриться. Левая надежда оставляет тебя. Эй, йоу, тебя не понимают. Птицы любви, как вороны, низко летают. Тебя пытают, любовью тебя пытают. Левая надежда под тебя кидают. Все, что вокруг нас, это чувство. Все, что полегнись, это пусто. Мысли радостны и любви. Добро пожаловать в город любви. Эй, 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 не стоит расслабляться. Силы собери, ты не должен сдаваться. Давай идти навстречу судьбе. Иначе достанется она не тебе. Йо-йо, тебя не понимают. Птицы любви, как вороны, низко летают. Тебя пытают, любовью тебя пытают. Вера и надежда нам тебя не дают. Все, что вокруг нас, это чувства. Все, что падает вниз, это пусто. Жизни радостны. Добро пожаловать в город любви. Все, что вокруг нас, это чувства. Все, что в парень, это пусто. Если разы и любви. Добро пожаловать в город любви. И вообще как? Понравилось? Понравилось, да, понравилось. А может ее развязать надо? Нет, не надо, не надо. Нет, ну все-таки надо. И что все это значит? Ну как же ты не понимаешь? Я же люблю тебя. Ты будешь со мной? Нет. Мир людей слишком жесток для меня. Я возвращаюсь в замок. Наконец-таки я ощутил эту силу! Теперь я могу управлять судьбами людей! Успокойся! Я пришел забрать свою силу! Я не отдам тебе силу никогда! Я управляю! Я сам заберу! Все! Забрал! Минуту! Нет! Ну, пожалуйста! Я хочу быть всесильным! Отстань! Ну, я тебя прошу! Ну, что ты делаешь? Ты мне шаг порвешь! Ах так, хорошо! Хорошо, у меня есть беспроигрышный вариант! Я вылью на тебя святую воду! Оп! А я тебе силу отдал! Я вылью на тебя кислоты! Оп! А я обратно забрал! Я вылью на тебя святой кислоты! Оп! Увернулся! Увернулся! Все решит поединок! Да! Нам поможет великий и могущественный армрестлинг!
всегда готов! Давай, раз, два, поехали! Считается, давай. Раз, два, поехали! Давай! Понял! Все! Свита моя, ко мне! Ну вот и настал мой час. Теперь ты умрешь, граф Дракула. Стойте! Я все поняла. Я люблю тебя, Дракула, и я буду с тобой. Уйди, человечишка! Нет, не бывать этому! Вот так человек стал жертвой своего тщеславия. И теперь ему придется ждать около 1000 лет, чтобы ожить. Но это всего лишь легенда. Пойдемте дальше.